Всем огромнейший привет! Вы все знаете, это онлайн-гадание, что ушло и что пришло, или что уйдет и что придет. Я очень хочу посмотреть для вас, что осталось, что ушло в 2020 году от вас и что придет в 2021. Будет всего три варианта и три ключика. Выбирайте, пожалуйста, ваш ключик, какой вам нравится. Это может быть число, либо просто ключик. Один круглый ключик, круглый серебристый. Один вот такой вот бронзовый ключик в виде ромбика. И один ключ-петелька с двойным вот таким вот, получается, выступом. Они все разные. Этот самый большой, это третий. Один, два, три. Выбирайте ваш ключик, выбирайте ваш вариант. А первый вариант, второй, третий. Круглый ключ, ромбовидный или ключ-петелька. Итак, вариант номер один. Смотрим вас. Что у вас ушло в 2020 году и что придет? Давайте посмотрим вместе. Работать буду на колоде Лизы Хант Fairy Tale, сказки Ленорман. Это что ушло в 2020 году. И а это что придет. И сейчас мы все это дело откроем. И очень будет интересно почитать обратную связь, как это проигралось. Интересны ваши мысли. Интересно вообще, насколько эти карты срезонировали с вами. Колода для меня совершенно новая. И также вы можете почитать, посмотреть о ней мои мысли, мои наработки. Я выкладываю их. Будет выходить видео уже завтра. И послезавтра я 4 части записала по Лизы Хант Fairy Tale. Итак, что же ушло от единичек в 2020 году? Как интересно. Дорогие единички или кругленькие ключики. Вот вас, скорее всего, тяготила ваша работа, давила, тяготила гора, крест и якорь. Она тяготила, она вам не нравилась, но вы не были готовы ее менять. Вот как будто бы вот не было готовности, и вы только тогда уже решили поставить крест на этой теме, на теме работы, на теме заработка, может быть, в той сфере, которая вам не нравилась, которая вас обременяла. Тогда, когда уже либо само предприятие развалилось, либо когда уже откровенные капканы вам стали ставить, либо нагружать откровенно не вашим делом, не вашей работой, и вам нужно было просто разрываться на 4 части, да, то есть и работать из-за себя, из-за того парня. Ну и, конечно, все окаменело, не было никакого движения в работе. Вот такой вот момент. И еще, дорогие девочки и мальчики, если у вас есть соперник или соперница, потому что карта гора в этой колоде, это карта о соперницах, о двоеженцах, о двоелюбах. Скорее всего, она также может уйти из жизни вашего мужчины, либо если это другой мужчина у вашей жены, он также может уйти из поля ее зрения. Не могу сказать, что навсегда, но вот это сочетание гора, крест и якорь может показать, что заляжет на дно очень-очень на длительное время. То есть тоже достаточно приятно, согласитесь, да, когда соперник или соперница уходит надолго из поля зрения. Да, так что можно будет чуть-чуть расслабиться в этом аспекте. Либо в работе, либо относительно соперника-соперницы. И вообще какое-то бремя, какая-то тяжесть закончилась у вас в 2020. Давайте посмотрим, единички, что же в 2021 году к вам пришло. Звезды, развилка и солнце. Ну вот смотрите, как здесь классно. Звезды, развилка и солнце. Карты, в принципе, позитивные. Вы сделали правильный выбор в сторону света,
в сторону открытости, в сторону самовыражения, в сторону пробуждения себя. Вы перестали спать, вы перестали вот где-то рефлексировать о старом, вы стали жить настоящей жизнью, раз. Плюс многие, скорее всего, начали изучать астрологию, звезды и солнце очень часто об этом говорят. Многие люди, возможно, начали понимать, что их путь, он неоднозначен, он может каким-то образом разветвляться, потом соединяться снова. Возможно, кто-то выбрал два вида рода деятельности. Может быть, кто-то имеет основную работу и дополнительно выполняет либо расклады, либо астрологические какие-то консультации. Да, вот все, что связано с биоэнергетикой, с космоэнергетикой, с астрологией. Но при этом, если раньше вы были в тени, то сейчас вы стали вот более активны в своих жизненных позициях, о своей работе, о своей хобби открыто говорить, как-то более активно, как-то более уверенно. Плюс вот эта карта Солнца показывает о достаточно большой разнице в возрасте. Возможно, вы стали присматриваться к партнерам младше вас. Возможно, вы поняли, что не стоит чураться парней, которые на 5-6 лет моложе, да, либо девчонок, которые на 5-6 лет вас моложе, если вы молодой человек, либо если меня смотрят, например, пары однополые, то есть тоже разница в возрасте вполне может быть, да. Так, что еще? Также меня могут вполне смотреть по этим картам бисексуалы, да, и геи, и лесбиянки, и опять же открыто заявлять о своей позиции и при этом чувствовать себя везде в своей тарелке, да, не чураться себя, не чураться своего выбора, вот этого бремени лишиться, вот этого давления, да, вот этого сидения в своем шкафу. Вот мне вот это вот тоже пришло, кстати, по горе, кресту и якорю, да, вот на дне отсиживаться. Вот ясная, четкая позиция, ясное понимание, чего мы хотим от жизни. Причем все абсолютно прозрачно, конкретно, без каких-то виляний. Очень-очень хорошая единичка, мне очень нравится. И, в принципе, тут нет какой-то такой авторитарщины. В принципе, по развилке у вас в 2021 году будут альтернативы. То есть, если это работа, то это могут быть два вида хорошей работы. Если это партнеры, у вас может быть два вида партнеров. Вы можете для себя решить, с кем вам встречаться, да. И в целом мне еще нравится и финансово, да. То есть, тут смотрите, здесь бубны, то есть, в принципе, неплохо будет. Я считаю, что хороший, успешный год для единичек и круглого ключика. Давайте теперь посмотрим наш второй ключик, наш ромбик. Что уйдет и что придет для двоечек или ромбиков. Это что уйдет. А вот эти три карты, что придет. Итак, дорогие двоечки, давайте посмотрим, что у вас уйдет. Опять же, уйдет бремя, уйдет метла и сад. Вы знаете, такое ощущение, что очень много сплетен, очень много слухов распускали о вас. И очень вас люди как-то вот любили обсуждать, пересуды, слухи. И вы знаете, может быть, вы и давали поводы для слухов. Но вас это очень сильно обременяло, очень морально вас это истязало, тема, да. То есть, может быть, кто-то разносил недостоверные слухи, сплетни. И вот эта тема слухов, дрязг, она, конечно же, уйдет из вашей жизни. И общение с такими людьми тоже уйдет, со сплетниками, которые давили на вас. Что придет для двоечек? Во-первых, деньги, возможность заработка, да, рыбы со звездами. Это множество даже денег. Я бы даже сказала, что это может быть и наследство. И также это может быть переезд для двоек, очень даже выгодный с позиции заработка денег, с позиции работы. И также может быть каких-то два интересных направления, связанных с подсознанием, с эзотерикой. Тоже, в принципе, хороший расклад. И давайте посмотрим наших троечек. Что
уйдет в 2021 и что придет в 2021? Какая сфера? Что уйдет и что придет? Это номер 3. И, соответственно, смотрим, что уйдет и что придет. Так. Итак, что же уйдет? Якорь, лиса и ребенок. Вы знаете, если у вас было желание с кем-то пофлиртовать, позаигрывать, воспользоваться чьей-то какой-то такой... Ну, неопытностью. Вот это желание у вас пропадет. Один момент. Вас также перестанут обманывать, как дитя вокруг пальца. Да, вот лиса с ребенком. Может быть, если вы были начинающей на своей работе, перестанут к вам относиться как к ребенку. Перестанут вам давать минимальную зарплату, пытаясь вас обделить в заработке, да, потому что здесь тема заработка, тема хитрости, перестанут облапошивать, обворовывать. Это все останется, если было воровство или обман, это все останется в 2020 году. И что же придет в 2021 году? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Птицы, коса и букет. Я думаю, что множество разговоров будет. Я думаю, будет множество каких-то мелких приятных подарков от новых знакомых. Но можно сказать, знаете как, все знакомства, все общение будет очень легким, больше приятельственным, нежели общением надолго, нежели общением на вырос. Да? То есть это такой более легкий по общению, по коммуникациям будет год. И ссоры могут быть, но от вас зависит, дадите вы повод, либо нет. Ну, вот такой вот расклад получился. Достаточно интересная тема косы, которая срезает вот эти вот цветы. То есть, возможно, у вас будут какие-то интересные шансы, интересные возможности, но, возможно, вы будете попадать под влиянием паникеров птичек, которые вас накручивают, да, поэтому постарайтесь с такими беспокойными, суетливыми людьми не общаться, дорогие троечки, и тогда у вас будет много интересной работы, возможно, это работа и вкладывание в себя.